Сейчас мы грузимся и выезжаем на Елпух, на подводную охоту. На разведку, первый раз едем туда. Привет, Стас! Привет, друзья! Привет, грузись давай! Привет охотникам! Мы вот сейчас будем отправляться. Итак, друзья, мы несемся в город Измаил на озеро Яплух. Или как там правильно, Гарик? Озеро Яплух, если быть более точным. Ну, да. Сейчас 6 часов утра, почти 7 часов утра, без 5. Там по глубине получается максимальная где-то 4-6 есть места. И средняя глубина где-то 2,5 метра. Ну, это как бы... камни, камыши, маленькие. Открытая вода, такое вот. Да, то есть будет мелко, не глубоко. Главное, чтобы была прозрачная вода. Мы ее надеемся найти и, как говорится, взять рыбу. Будет видимость, будет рыба, будет хорошее настроение. Ну, в принципе, она у нас и так неплохое. Мы наконец-то выбрались, и вот мчимся, уже подъезжаем к Измаилу. Остался буквально полчаса, час езды. Настроение боевое, встало солнышко. Вот такая вот трасса, вот такие просторы. Дороги вообще нет. Дороги вообще нету. Одни ямы, блин. Одни какие-то ямы. Гарик нажимает на педали, как пианист. То сбрасывая, то набирая обороты. Машина урчит и несет нас к озеру Елпух. Как мы видим, на спидометре у нас примерно скорость будет 140 сейчас. Обычно он едет с этой скоростью, но так как дороги плохие, 160 он не дает. Но если дает, то редко. Поэтому, друзья, увидимся чуть позже, снимем окрестности. Тут красивая природа такая интересная. И мы поснимаем, попытаемся снять под водой, что будет происходить. Попытаемся показать, какая видимость. Ну, естественно, если мы возьмем рыбу, мы ее и покажем вам. Увидимся чуть позже. А сейчас чуть-чуть просторы поснимаем. Степи. Степи, да. Вот такие степи, 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 степи. Долгая дорога. В общем, полет нормальный. Увидимся чуть позже, дорогие друзья. Вот уже елочки пошли, какой-то лес пошел. Сосны. Сосны, сосни. Карта у нас, значит, вот это озеро Яплух, а вот ниже Измаил, вот Измаил, наверное, плохо видно будет, а вот это само озеро, вот оно, очертание его. Мы вот смотрим карту и двигаемся в направлении. Вот, проезжаем какой-то броско. В общем, я так понимаю, мы уже почти на месте. Осталось немного. Осталось какая-то кошка на дороге валяется. Ей не повезло, она до Елпуга не доехала. Не добежала. Не добежала. Надеюсь, что мы доедем без происшествий, все будет отлично.
видим само озеро, подъезжаем. Осталось только найти место, где мы будем сходить в воду. Потому что как бы она большая. Какой-то канал. Какие-то плавни красивые. Вот какие-то плавни. Интересно, да, интересно. Богатая природа в Украине. Вот таким богатством мы располагаем. Очень красиво. Прямо в машины выпрыгнуть. Так что будем искать. Я уверен, что здесь должна быть рыба. Хотелось бы, конечно, чтобы он был прозрак. Если мы хоть небольшой прозрак, то мы, значит, не зря сюда подъезжаем. Как мы видим, это мост. Вот такие просторы. Вот старый рыбак стоит. Люди тащат удочки, значит, рыба есть. Много камыша, должна быть щука. Да, вон хорошие камыши вдали виднеются. Здесь где-то был? Ну, сейчас назад. Мне нравится вот это место. Какое? Слева, которое. Друзья, смотрите, что здесь происходит. Здесь люди живут, короче, плавают на лодках, как в Венеции, блин. Я в шоке, я не знаю, как они. Домой, чтобы попасть, если лодки нету, не попадешь. Я не знаю, будет ли видно, но это жесть. Просто против солнца снимаем. Места, первый раз в жизни вижу такой канал какой-то, блин, я не знаю. Ну вон там... улица пошла. Улица, вот улица главная, Пушкинская, вот. Брусчаточка пошла. Улица Пушкинская, вот на Дерибасовскую сейчас подъезжаем. Так что вот такие вот пироги. Заехали бог знает куда. Как люди здесь живут, я не знаю. Может, это дача просто. Это или дача, или что, или они рождаются. Вон улица вторая. Вон улица номер два. Вот. Здесь, наверное, люди рождаются в гидрокостюмах. Вот, сейчас видишь газончик, культурное все. Газончик, да, все красиво. Вот крайняя улица. Вот улица Дерибасовская. Окраина, нет. Что за экстрим, блин? Итак, ребята, мы прибыли на место, решили зайти здесь, пойти через канал на большую воду. У меня произошла непредвидимая ситуация. Треснула ласта. Перегнул ее, и вот в этом месте трещина. Поход не отменяем. Будем, значит, плавать с полом одной ногой. Я прикрепил камеру на ружье. Пенопласт, катушечка. Проверим, как она будет.
Гарик вот переодевается, я уже переоделся. Так что вот такие вот дела. Не очень веселые новости. У Гарика вот такое ружье. Джеронимо 60-е с катушечкой. Вот такая маска Техносап, микромаска. Тут маленький подмасочный объем для ныряния на глубину. В общем, достаточно интерес. Хорошая маска. Так что, ребята, увидимся чуть позже. Дай бог, чтобы я доплыл с одной ногой. Все, давайте, пацаны, пока.